Здесь круглосуточная охрана и установлены системы видеонаблюдения. При обнаружении подозрительных предметов... Здесь все можно. За то, что он изолирует нас от этой серой реальности. Так, мы хотели про Омск хороший. Шьем какие-то верхние изделия, многослойные, длинные, большие, перегруженность в цвете, сложный цвет бывает, очень грязный. Мне кажется, что это очень похоже на Омск. Подождите, я их начну. Мадина, а какой размер ноги? 37,5. А, удачи. А это что? 37 вообще. 37, но на тебе 4 колготки. Блядь. Не замерзли, что ли? Это фэшн, ребята. Прекрасно, не важно. Приходим, и нас все понимают. Здесь как-то говорим на одном языке. У нас какая-то своя терминология, которая... Шуточки. Свои шуточки, да. И это прямо как вот балетные, наверное, живут в своей Вагановке. Мы точно так же и здесь живем. Театр «Мотоблес» существует уже практически 35 лет, и за все это время он оброс многими традициями и своей эстетикой. Ребята приходят к нам в команду за самовыражением, за поиском единомышленников. На площадке театра и, в принципе, в команде они могут реализовать какие-то свои задумки и, в принципе, самореализоваться. Очень разные абсолютно. Кто-то просто, у кого-то горят глаза, он ничего в этом не понимает, но хочу. Кто-то приходит со своим очень четким, конкретным видением, что он хочет сделать на этой площадке, как поменять, какая постановка, какой спектакль, с каким-то очень реально четким видением. А мы как-то стараемся это все синтезировать и находить общую, какую-то историю для всех. Мы за искусство. Это вот для себя, для души. К сожалению, так получается, что в городе Омске нет большого отклика, на такое. Мы любим свой город, но как-то он не совсем нас понимает. У нас есть какие-то наши зрители, которые ходят на все наши проекты. Но какое-то признание, прям театральное, с точки зрения искусствоведческих каких-то кругов, есть в других городах, и это безумно приятно. Thank you.
красивости, это вообще не про Россию. Россия вообще это страна, которая всегда была мобилизационной. Она жила только тогда, когда происходит мобилизация. И живет, когда происходит мобилизация, тогда все круто. Такая омская школа дизайна. Всегда это сложно как-то словами описать. Наверное, вот, что мы тут создавали, достаточно, мне кажется, просто говорить, например, там, об американском дизайне, как говорить, ну, тут все практично. Красиво и практично. Скандинавский, там, минимализм такой-то. Что есть школа омская, я не могу это описать. Есть какой-то в ней, ну, то, что в ней есть какой-то привкус омскости, это точно есть. Я это описать не могу. Может, кто-то из коллег это сможет сделать, из чего эта смесь состоит, из такая очень гремучий замес. Школа в Омске дизайна, да, она связана с больше, в общем-то, и прикладными. Мне кажется, мы баланс держим. Что у нас достаточно хорошие курсы по теории, причем такой очень интересный, очень сложный, очень такой всегда продуманный. И эти курсы ведут замечательные преподаватели. Людей, они в этом и фишка, что ты всегда можешь абстрагироваться. Нам как раз-таки мы можем прийти к себе в комнату, в общагу, самую дрянную, отвратительную общагу, это тоже можно вырезать. И ты там можешь устроить такой мир ночью или днем, просто улететь в это творчество, и оно будет более реальным, чем эта реальность, оно более реально, чем омская реальность. И то, что мы делаем, это очень реально. Это и есть Омск. Это гораздо круче, чем эти серые здания. Серые здания — это не Омск. Омск — это не город, Омск — это люди. Омск — это мы.